Мурти. Муртики. Муртазаев. Вот он этот, у которого у наркоманов забрали, уже такой орел, все здесь разодрал. Да-да, довольный. Необидчивый такой, ну, замученный был до предела, но не битый, не били. Таскали в коробке его, без дырок, вообще на солнце, за закрытого. Но как колотить не колотили, не издевались. Правда, усы опалены были. Сейчас вот чуть-чуть отрастают. Усов не было совсем. Кусается ужасно, но не царапается. Вот так вот. Вот. И такая же жизнь теперь у него. Муртики. Здоровый мальчишка. Муртики. Блоховоз. Муртизаец. Муртизаец. Что ты здесь устроил рванину такую? Мачильда старенькая. Вот это что он здесь сделал за занавеской с нашей. Масюся. То есть это не Масюся, а как ее? Малютушка. Малютушка. А то выбросили беременную всю бабу больную. Это я ее кастрировала. И Муртазаев опять здесь. Муртики. Есть вот такое перекрытие, чтобы они не удирали. Потому что собаки разрывают, тут на это популя выпускают собак гулять, и люди, неизвестно, что хуже, люди или со собаки. Ну, пристраивать я никуда не пристраиваю, потому что люди берут кокотенка, хотят взять кокотенка, даже не потрудятся, чтобы сделать решетки на окнах. Хотя бы на одно какое-то окно, чтобы не выпал. Ничего не беспокоит, у нас не выпадет. Выпадет, в основном все кукушки выпадают, калечатся, увечатся, их таскают по этим врачам бездарным. Все это боль, страдания, тычут иголками в живое тело, как в мешок с сеном. Живодерня.